Тогда давайте продолжать. И следующее у нас будет... Вот, визит к бабуле. Еще одна тематическая рождественская комната. Так, а я смотрю, эта картина очень популярна нынче. Кнопка. Бабуль. Ну ладно. Наверное, здесь и на пенсию хранит. Что у нас? Здравствуй, дорогой внучочек. Значит, у меня тут есть некоторые дела, но я скоро вернусь. Когда я вернусь, ты, возможно, захочешь победить меня в нашей любимой игре. Ну а сейчас... А сейчас я лидирую пока. Скоро увидимся, бабуля. Не могу увидеть вот эту звездочку, которую необходимо поместить на верхушку елочки. Вот, можешь там посмотреть и поискать ее, ладно? Ладно, давай поищем. Для бабули-то почему не поискать? Вот, нашли игровую кассету. Дивизия стирателей инопланетян. О, домашний камушек в качестве домашнего питомца. Джойстик. Потерян в Риме. Так это. О, бабуля меня опережает на 3 очка, между прочим. Джойстик взять, ну, не могу. Ее можно подвигать. Видимо, без бабули. Я пока не могу вспомнить правила этой игры. А пока давайте поищем звездочку. И как-то вот бабули ящик, видимо, заклинил и не открывается. Ах, надо бы как правильно внучочку помочь бабуле. Ну ладно. Так. Не ешь мои конфетки, бабуля. Бабуль, не будь жадиной. Так, счастливого праздника, говорит. Так, имбирный пряничный домик. Ой, ой, не упал, не упал. Так, кто ж так высоко полки-то вешает? Я ж маленький еще. Ладно. Под ковриком. Где носить трехзначный код? Так, кисточка нам не нужна. Может, снаружи что-нибудь? Вроде нет. Под диваном? Под диваном вроде тоже ничего нет. Не, под диваном определенно ничего нет. Диван тут в углу стоит, то есть нам надо найти какой-то четырехзначный код. Кстати, 6837. Могла же бабуля так гордиться кодом, что установить его в качестве кода сейфа. Бабуля, бабуля. Аккуратнее надо. Так, дверь, окно... Трубочка. Бабуль, у меня к тебе все больше и больше вопросов. Зачем тебе магическая палочка? Нет, мы не будем забирать связку денег у бабули. А что за книжки она там держит? Продвинутое зелье варенье. И... сотворение заклинаний. Теория и практика. Так, бабуля у нас сквиб. Это окно, говорят. Это? Это... Нет, там какое-то полукруглое окно было.
Так, в общем, вот это у нас явно подсказка к тому, как получить ее конфетки. Теперь здесь какая-то дверь полукруглая. Где мы могли видеть полукруглую дверь? Что мне окно сделано? Ну, вот здесь вот окно нарисовано. Это что означает, что у него в доме три окна и одна дверь, так? Ну, хорошо, давай предположим, что одна дверь, три окна, а сколько палочек? Сколько сосущих палочек? Я вот ни одной не вижу. Она на пряничном доме. Божечки, кошечки. Что бы я без тебя делал? Ну, действительно ведь. Но, тем не менее, на пряничном домике одна дверь. И все еще... Не, два окна. Два окна. И четыре палочки. Окей, 1, 2, 4. Спасибо тебе большое, везунчик. Иногда, действительно, я туплю на довольно простых вещах. Так. Бабуль, ты что наделала? Ты меня зачем уменьшила? Ладно. Но смотри, тут какие-то маленькие карты уже разбросаны. Вряд ли тут мыши в карты играют. Тут что-то забавное происходит. Еще одна карта. Так, кусочек снеговика. Так, код. Код у нас четырехзначный. Ага, я полагаю, код идет. А, голубые, розовые, зеленые, фиолетовые конфетки. Да. А вот количество шаров где? Вообще везде? Нет, везде, наверное, слишком много. Так, почтовый ящик проверить. Этот почтовый ящик, он не активен. Я его проверить, к сожалению, не могу. Подожди, а у нас есть елочка. Ну-ка. Зеленая штука. А затем сердечко и треугольничек. Сердечко, треугольничек. Потом треугольничек, кружочек, сердечко. Треугольничек, кружочек и сердечко. Так, рука товарища. И снеговик, но... Слушай, а так можно сделать. Держи. Хорошо, он дал нам большую конфетку. Так, давай посмотрим. Здесь одной не хватает, а какой здесь не хватает? И с другой стороны их нет. А здесь чего-то не хватает, нам надо сюда что-то поставить. А какую нам надо сюда поставить? Так, фиолетовый. Непонятно. Слушай, они действительно одинаковые, нам трех штук не хватает. Ладно. День. Ага, теперь почтовый ящик открылся. Там у нас QR-код и звездочку. Слушай, ну я должен был открыть эти конфетки, иначе бы я звездочку не получил. Другое время дело, что эта звездочка слишком маловато для нашей елочки. Так, что у нас с QR-кодом? Есть у нас люди с телефонами, которые могут это просканировать. Сканирую, говорит. Ну подожди. Сейчас мне надо для телефона добраться.
Надеюсь, там не рекрол. Так. YouTube. Так. Окей. Хорошо. Я попал бы в Вальхаллу. Там песня Last Christmas группы Wham. Эй, давайте ругаться не будем. Поэтому. Нет. Почему же меня обманули? И почему же я дурак? Как у нас Рождество, рождественское настроение. Поэтому вот мы получили немножко рождественского настроения. Давайте пойдем дальше. Так. Ну, я до этого и улечил, чтобы все желающие перешли. В общем, если было сейчас где-то декабрь, последние числа, то мы бы оказались в Вальхалле. Но сейчас уже слишком поздно, поэтому уже можно слушать спокойно эту мелодию, если кто играет подобные игры. Ну и песня-то сама по себе неплохая. Так, что нам делать с замочком? Читать отдельно эти. Минду кусай. У нас что? У нас 4 одинаковых стеночки. Так, и наверху еще. Тогда что-то не сходится. Потому что есть 4 одинаковых стеночки, это уже 8. И наверху еще 2 синие. Это уже 10. 10. Но у нас максимум 9. Так, у меня еще есть буквы Х и W. Что делать с ними? Там бабуль. Так, снеговик. Снеговику мы дали. Он обладает шарик. Так, может волшебную палочку? Это Вингардиум Левиоса. Нет. Жаль. Перебрать 10 тысяч комбинаций как-то не хочется. Хочется понять. Так, письма от Санты. Ну окей, QR-код. Две карты. Вот эта штука нам не нужна. Давайте ее оставим где-нибудь. Тихонько. Теперь будем думать. 4 цифры. Явно 4 цифры связаны с синим, красным, зеленым и фиолетовым. Клон? Какой клон? Клон чего? О, снова еще одна карта. Действительно, у меня в инвентаре есть такой же пряничный домик. Так это что же у нас? Бесконечный источник еды? Он другой, может им воспользоваться. Давайте попробуем воспользоваться им. Давайте куда-нибудь сюда вот закинем. Аккуратненько поставим. И посмотрим. Значит, считаем вот куда. Сверху вниз, правильно? Значит, фиолетовый, зеленый, красный. Фиолетовый. Так. Кажется, у меня проблема с глазами. Потому что вот фиолетовый, вот красный. А вот эти два, они оттенком посередине идут. Или у меня все настолько плохо? Но, по-моему, тут 5 цветов, а не 4. Поэтому... Нет, будем считать, что этот домик нам не подходит. Этот домик нам, допустим, не подходит. Тогда что у нас? У нас есть 3 карты. Шестерка, семерка, двойка.
Допустим, M — это magenta. Допустим, H — это... Подожди, ну... Подожди, у нас две magenta? Нет, одно из них W. А W — это что? W — только белый у меня вспоминается. Из моего познания английского. White. Подожди-ка. Нам давали песню группы WHAM. WHAM. Нам надо найти еще одну карту с буквой A. Тогда мы, видимо, узнаем код. Давайте обойдем и поищем, где же у нас может быть еще одна карта. Так, на подоконнике была одна из карт, поэтому маловероятно, что вторая карта будет на подоконнике. Вот она. Здорово. Итак, давайте посмотрим. W2, 7, 4, 6. 2, 7, 4, 6. Давайте попробуем. 2, 7, 4, 6. Door handle. Это явно ручка двери. Ну хорошо, я надеюсь, бабулин сейчас не вернется и меня не съест. Магическая конфетка. Забираем. А вот интересно, если бы я выложил в последний момент... в звездочку. Что случилось бы? Ну, пока случилось похождение этой комнаты. И это неплохо.